Города над Бугом через неделю исполняется 1003 года. Провести праздник достойно – задача не из легких. Готовятся все. Благоустройство в числе приоритетных направлений. К этому относится и ремонт дорог. Брест всегда славился их качеством. Местный ДЭП проделывает большую работу, чтобы люди могли передвигаться на автомобиле в комфорте. Вот и сейчас работники дорожно-эксплуатационного предприятия завершают укладку дорожного полотна на оживленных улицах города над Бугом. За полугодие было выполнено на данный момент замена верхнего асфальта порядка 25 тысяч квадратов. Ну и ямочного ремонта на площади около 20 тысяч квадратов. Властями города поставлена задача до дня города закрыть все вопросы по улице Машенской и по бульвару Шевченко с учетом моста. В настоящее время идет укладка нижнего слоя асфальта на улице Машенского. Планируется, что уже к 25 июля на площади в 5000 квадратных метров будет уложено новое покрытие. Сложности происходят с тем, что улицу мы все равно не перекрываем, то есть движение частично ограничиваем и приходится в стесненных условиях работать. Поэтому немножко работы затягиваются, но артерия достаточно, скажем так, востребованная, поэтому возможности перекрыть улицы нету, поэтому только частичное перекрытие с установкой светофоров. В связи с тем, что дорога оживленная, полностью перекрыть ее невозможно, поэтому предусмотрено частичное блокирование некоторых участков, чтобы обеспечить комфортную работу сотрудникам Брестского ДЭП. На данный момент на улице Машенского задействован один асфальтоукладчик, два катка и 5 человек. Этого достаточно, чтобы завершить работы в срок, невзирая на трудности. Сейчас мы сделаем выравнивающий слой, делаем сегодня. А завтра будем высокостойкой прочности делать, ну, верхний слой ложить. Он, потому что в случае морозов, чтоб это было, чтоб оно выдержало эту мороз, ну и все. Погодные условия. Ведутся локальные работы практически повсеместно. Все идет по плану. А это значит, что ко дню города работы на важных городских артериях будут завершены.